Всем привет! Добро пожаловать на канал компании «Пол вам в дом». Сегодня я представлю вам виниловое напольное покрытие от бренда Aquaflor. Расскажу о характеристиках, преимуществах и сферах применения, но обо всем по порядку. Бренд Aquaflor имеет 16-летнюю историю. Выпускаются виниловые покрытия в Бельгии на одном из ведущих заводов по производству отделочных материалов «Думопласт». Напольное покрытие сочетает в себе преимущества паркета, линолеума и ламината. Но на российском рынке предлагается широкий выбор таких покрытий. И почему же именно Aquaflor? Производитель считает, что современный пол должен быть экологически чистым, негорючим, устойчивым к стиранию, ударам и прочим механическим воздействиям, а также тепло- и звукоизолирующим, гладким, но не скользящим, легко очищаться, переносить без последствий воздействия воды и химических веществ. И бельгийский бренд воплотил все вышеперечисленное в своей продукции, гарантируя каждый пункт характеристик. В состав винилового покрытия бренда входит карбонат кальция более 90%, древесная мука буковых пород дерева и связующий элемент пластификатор. Не стоит переживать, это абсолютно экологически чистый продукт, из которого производят, к примеру, пищевую пленку, трубы для систем питьевого водоснабжения, бутылки для минеральной воды. Итак, какие же преимущества конкретно дает такое покрытие? Рассмотрим подробно. Благодаря составу виниловые покрытия Aquaflor имеют 43-й класс износа стойкости, а значит широкую область применения, в том числе, где пол подвержен интенсивному сезонному загрязнению и с его поверхности должна легко удаляться уличная грязь. Автосалоны, выставочные залы, торговые центры, конечно же, офисы, магазины и жилые помещения, прихожие, гостиные, спальни. Aquaflor 100% влагостойкое виниловое покрытие нового поколения. В отличие от ламината, паркета или массивной доски, оно в процессе эксплуатации никогда не изменит свою форму и свойства под воздействием жидкости. Покрытие также выдерживает большие перепады температур без физического воздействия от минус 30 до плюс 82 градусов, при активной эксплуатации от минус 15 до плюс 65. Почему же такая разница? Потому что при низкой температуре материал становится более ломким, поэтому стоит избегать сильного физического воздействия на напольное покрытие. И при таких условиях материал можно оставить зимовать в загородном доме и не переживать, что весной вам придется заново перебирать пол. Укладывать также можно на террасах, в местах с активным солнечным светом и различных помещениях с повышенной температурой эксплуатации, например, сауна. Данный материал имеет минимальный коэффициент температурного расширения и сжатия, что позволяет стелить его на больших площадях без компенсационных порожков. Коллекции виниловых покрытий Aquaflor выпускаются с двумя типами соединений. Это могут быть планки с замковой системой или которые монтируются на клей непосредственно на подготовленное основание. Бренд выпускает широкий спектр виниловых покрытий под дерево и камень. Толщина материала варьируется от 2 до 8 мм. Есть коллекция, которая выполнена в формате штучного паркета и может укладываться различными рисунками, в том числе елочкой. Но об этом я расскажу вам в одном из следующих роликов. Все покрытия имеют сертификат пожаробезопасности КМ-2. Такой документ требуется при укладке пола в местах с особыми требованиями к пожаробезопасности. Это торговые центры и промышленные здания. Что касается укладки винилового покрытия Aquaflor системами теплого пола, то сам производитель отвечает так. Совместимо, но далеко не всегда это нужно. Дело в том, что пол имеет способность принимать температуру окружающей среды, то есть сам является теплым материалом. При ходьбе по нему вы не почувствуете дискомфорта, такого, как при ходьбе по плитке. Итак, резюмирую все вышесказанное. Покрытие Aquaflor. Типы соединений есть и замковые, и клеевые, толщины от 2 до 8 мм, имеют 43-й класс износоустойчивости, 100% влагостойки, экологичны и пожаробезопасны. В завершении добавлю про требования к основанию. Они такие же, как и при укладке любого другого напольного покрытия. Основание должно быть сухим, ровным, прочным, перепады не должны превышать 5 мм на 2 квадратных метра поверхности. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях под этим видео или позвонив нам по телефону, написав на почту и, конечно, посетив наш шоурум. Менеджеры компании ответят на все ваши вопросы. Благодарю за внимание. Пока!